Всем привет! Покажу сегодня рецепт, как я готовлю шампиньоны маринованные быстрого приготовления. Значит, у меня 800 грамм шампиньонов, ну так как бы мы их приравняем к килограмму. Беру литр воды, на литр воды столовую ложку соли. Сейчас я грибочки помою. Если у вас очень грязные, то они хорошо отмываются в муке. Присыпайте мукой, вода, мука, и там это их полоскаете. Вот, у меня вроде не очень грязные, сейчас помою. И буду варить. Так, кидаем грибочки в кипящую воду и варим, ну, не более 5 минут. Если у вас крупные очень грибы, лучше их разрезайте там, ну, пополам или на 4 части, как вам нравится. Здесь каких-то прям определенных таких нету рецептов. Мне нравится, когда они целиком. Вот. Если вообще маленькие шампиньончики, то вообще 3 минуты можно поварить. Поварятся грибочки. Мы нарезаем одну большую луковицу. Хорошо, если у вас будет красная, вообще прекрасно. Я взяла 6 зубчиков чеснока, опять-таки, потому что так нам больше нравится. Одна средняя морковка, я ее уже натерла на терке для морковки по-корейски. Если такой терки нету, ну, нарежьте. Ну, хорошо бы, чтобы она вот такими была, как бы, палочками. Вообще, вот эти все ингредиенты, это все по вашему вкусу. То есть с грибами можно побольше морковки положить, если вы любите там такую морковку маринованную. И лука можно больше, и чеснока. Тут как бы вот именно в ингредиентах, кроме грибов, так придерживаться прям чего-то определенного не обязательно. Все на ваш вкус. А грибы вот как бы из расчета плюс-минус на килограмм. На всякий случай уточню, 3-5 минут это с момента закипания. И лучок нарезайте потоньше. Сбросили грибы в дуршлаг, слили всю воду и даем грибам остыть. К слову, здесь нет никакого рассола в этом рецепте. Так, грибочки остыли. У меня просто есть вот такое ведрышко, я их сюда положила. Вы можете в какой-то большой мисочке сначала все это заготовить, да? Все смешать, а я сразу ведрышко. А вам придется потом из этой мисочки перекладывать в какую-то или баночку, или куда-то еще. Так, мне, конечно, очень удобно руками. Чеснок, лук, морковь, все добавляем к грибам. Добавляем сюда же одну чайную ложку черного перца, можете сами размолоть, будет прикольнее, ароматней. Нету, просто так. 100 миллилитров подсолнечного масла и 5 столовых ложек уксуса 6%. Я добавляю яблочный. Уксуса можно, ну, немножечко поменьше, если вы не любите такое сильно много уксуса, можно капельку поменьше. И 2 столовые ложки сахара. Так, опять-таки, по вкусу. У меня просто, во-первых, в заморозке есть перец острый. Вот, и у нас все любят острое. Вот я сейчас нарежу кружочками половиночку, и не буду много, он очень острый. И все это перемешиваем, лучше всего руками, чтобы прожать там лучок, чтобы все вкусы попали в грибочки. Все перемешала, и так как у меня уже я замешивала в готовой таре, закрываю крышкой и убираю на 24 часа в холодильник. Иногда я, если не забываю, подхожу и их потрясываю, чтобы они еще перемешивались. Вот так подхожу иногда и перемешиваю. Если вы в миске делали, еще раз повторюсь, значит, перекладывайте или в банку, ну, что у вас есть. Ну что же, надеюсь, вам понравятся эти грибочки. Они очень вкусные. До встречи, всем пока!